Разлитое масло на дороге, наткнулся вас и прямо через себя перелетел. Что же делать? Канализация из люка. Тут она полностью вошла прямо в канализацию. Привет, ребят, как вы думаете, что это? Привет, ребята. Я думаю, что они уверены, что это игрушки из того магазина, в котором мы только что были несколько дней назад, да? Это... Сколько получается? 6 игрушек, да? Да. Один десептикон. Помнишь, как зовут его? Да. Как? Циклонус. Циклонус! Вот такой. Потом танк. Из набора World of Tanks, да, вот такой? О, Future Tanks. О, Future Tanks. Вот такой он собирается, сзади инструкция. Мы его собрали, вот такой вот с поворотной башней. Я видите? Даже смог его собрать. Да, что вот собирать? Две вот так гусеницы, башни и пушка. Все, вот такой десептикон, да? Да. Потом машинка Hot Wheels с откидной крышей, вот такая вот. Оба. Вот она, ребята. Ну покажи, как крыша откидывается. Так. Во, какая замечательная машинка Hot Wheels. И самое главное, УАЗы. Аварийный УАЗ. УАЗ медслужбы и УАЗ пожарная машина служба. Да? Да. С которыми у нас сегодня будет... какая-нибудь интересная история. Ну что, давай распаковывать и показывать ребятам? Да. Поехали. Ребят, ну вот и наши машинки. Вот они, УАЗики, ребята. 04 медслужба и 01 пожарная служба. Замечательные машинки? Да, замечательные. Механизмов, естественно, нет, потому что это маленькая серия. Мигалки все целы. Помнишь, мы хотели взять белую? Медслужбу, но у нее мигалка была сломана. Вместо нее мы взяли зеленую. Кто знает, почему есть белая, а почему зеленая? Напишите нам в комментариях, чем они отличаются. Вот такие вот вазики замечательные. Ну что, будем начинать нашу историю? Да. Аварийная служба едет на вызов. Да, едет на вызов, но она не знает о том, что на дороге ждут ее приключения различные, да? Да. Первый, на что наткнулся вас, масло. Разлитое масло на дороге, наткнулся вас и прямо через себя перелетел. Что же делать? Что же делать? Наверное, можно вызывать кого-то? Да. Давай вызовем какого-нибудь ВАЗа-помощника, да? Да. И первый, кто приехал на помощь, пожарная служба ВАЗ-01. Как же ты сюда попал? Что это такое? Это разлитое масло. Ну давай попробуй тебя сдернуть, цепляй трос. На бок перевернем тебя сейчас, тяну, на бок тихонько переворачивается сюда, на мою сторону, на мою, нет, сюда, вот, да, так вот, еще, тяну, есть, надо убрать масло с машины, и можно следовать дальше, ты не сильно поврежден? Не сильно. Ну тогда удачи тебе дальше в пути, а я поехал, больше не попадай в приключения, окей? Хорошо. Пока. Следующая проблема на пути аварийки. Вытекшая канализация из люка. Тут она полностью вошла прямо в канализацию. И ей не выбраться, вообще закрутила ее там. Ужас-то какой. Не выбраться ребятам, но они по рации успевают что вызвать? Как же вылезть отсюда? Может быть, вызвать по рации помощь? Да. Первый, кто приехал на помощь, оказался... ВАЗ медслужба. УАЗик подъезжает к месту происшествия. Что случилось, аварийка? Я застрял. Это что такое? Вытекшая канализация? Да. Все ли живы-здоровы? Все здоровы. Сами вылезете? Или надо помочь? Надо помочь. Ну давайте, сейчас мы будем разгребать. У нас, правда, нет лопат, попробуем руками. Да. К сожалению, да, давай, помогай. И работники медслужбы, вместо того, чтобы помогать людям, помогли машине разгрести ее от затекшей канализации, да? Да. Поднимаем машину. Если все в порядке, держите путь дальше. Спасибо, медслужба, вы нам помогли. Счастливого пути, аварийка, больше не попадайтесь. Хорошо. Пока-пока. Наконец, аварийный УАЗик подъезжает к месту аварии, который спешил.
и понимает, что одному здесь ему не справиться, там еще закрыты в помещении люди. Придется звать друзей, которые его выручали. Да. Аварийная служба и медслужба спешат на помощь. Подъезжает к своему брату, близнецу оранжевого цвета, помогает ему справиться с огнем, нейтрализовать аварию и спасти людей из закрытого помещения. Теперь все спасены. Ребят, вот такая вот история. Выручайте своих друзей. Выручайте друзей и спешите на помощь. Ну и сами не попадайте. Да. В истории. Будьте аккуратней. Пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Горюшин и Игрушин. До новых выпусков, друзья. Пока-пока, ребята. Это были три УАЗика спецслужбы. До Самых новых крутых. Встреч. Будыш. Выбирай любую. И подписывайся на каналы Горюшин и Игрушин.